Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это гайд на админку в The Isle of Rima. Полное руководство, если вы администратор какого-либо сервера The Isle of Rima и только учитесь управлять, либо вы открываете свой сервер и не знаете полностью управления админом, в этом видео я вам все покажу и расскажу. Ну, а перед началом ролика хотелось бы поблагодарить за предоставленную возможность съемки сервер Age of Dina. Ссылочки на их Discord, сайт будут в описании. Ну что же, друзья, начнем. Итак, давайте рассмотрим управление. Кнопочка Del — это так называемый инвиз. То есть вы уходите в режим невидимости и можете на карте посмотреть, где находится любой из игроков, находящийся на сервере. Вы можете перемещаться клавишами WASD, а колесиком мышки, прокручивая вперед, вы ускоряетесь. Также, чтобы выйти из инвиза, нажмите Del. Еще одна функция очень интересная. Допустим, вам нужно куда-то переместиться. Вы заходите в инвиз, перемещаетесь на нужную точку на карте, старайтесь держаться как ближе к земле, иначе вы можете, если вы опуститесь чуть ниже, вы провалитесь за локацией карты. Если вы будете слишком высоко, ваш динозавр может разбиться чуть ближе к земле. Ну, примерно вот так достаточно. И чтобы опуститься в эту точку, просто нажмите Alt и левую кнопку мыши одновременно. Ваш динозавр успешно переместился. Находясь в инвизе, вы можете переключать спектрактор. Что такое спектрактор? Это своего рода переключение вида игроков. Вы сможете видеть никнеймы и ID игроков. Делается это клавишами Page Up и Page Down. И также вы можете посмотреть на карте ботов. Также администратор может клавишами Shift и Insert, одновременным их нажатием, поменять себе динозавра. Также можно здесь менять пол. В нашем случае, как вы видите, мы играем за Ютараптора. Давайте возьмем Карнотавра. Мы успешно поменяли динозавра. Запомните Shift и Insert. Ну а теперь разберем самое главное управление администрации. Клавиша Insert. Мы открываем главную панель администрации. Справа вверху ваш никнейм. Здесь вы можете себя убить, дать хил, дать рост, пополнить голод или жажду, также прописать себе кровь. Чуть ниже информация идет о сервере. В нашем случае это Age of Dina. Также здесь можно видеть количество игроков из доступных слотов. Сейчас у нас на сервере 2 человека. Ну, давайте расскажу вам немножко о панели управления. Итак, чтобы переместиться к игроку, вам нужно нажать Go To. Чтобы тэпнуть игрока к себе, вам нужно нажать Bring. Если вы хотите прописать полный хил, нажать кнопочку Heal. Также вы можете здесь давать рост игроку. Можно также себе прописывать рост в правом верхнем меню. Давайте посмотрим. Сейчас наш Карнотавр находится на стадии Fetch. Мы хотим себе дать полный гров. Нажмем цифру 1. Наш Карнотавр стал фулом. Мы знаем, что в The Isle of Rima есть 4 стадии роста, и все они идут по 25%. Если мы хотим сделать определенный рост, нам нужно прописывать это через 0. Допустим, давайте попробуем выбрать рост 0.25, и мы будем наш Карнотавр, то есть будет сейчас джулом. Да, как видите, все получается. Также можно прописывать и адолта, и саб-адолта. То есть саб-адол будет
0.50, а Adult 0.75. Также можно изменять полностью любому игроку его жажду и голод. Можем прописывать кровотечение. Давайте сейчас себе пропишем полные нутриенты и сделаем так, чтобы наш динозавр не голодал. То есть нужно вводить 300. Нажимаем Hunger. И как мы видим, наши нутриенты заполнены на 300%, и динозавр абсолютно не голоден. Также здесь есть анонсы. Собственно, анонсы — это то, что вы хотите, допустим, о чем-то предупредить людей на сервере. Давайте, допустим, напишем «Привет». И нажимаем два раза «Send message». Вот этот анонс увидят все игроки, находящиеся на сервере. Если вы хотите лично какому-то игроку написать или что-то ответить, вам нужно нажать на примере вот этого игрока, жмем DM и здесь прописываем любое сообщение. Допустим, привет. Отправляем, жмем Send Message, и игрок увидел этот анонс. Далее. Также мы можем кикнуть игрока с сервера, нажать кнопку Kick, либо выдать бан на определенное количество времени за нарушение. Либо, повторюсь, кнопочка Slay убьет игрока, но не выкинет его с сервера. Также стоит обратить внимание на кнопку Environment. Это окружающая среда. То есть мы можем сделать утро, можем сделать день, вечер, либо ночь, как в нашем случае. Также здесь мы можем менять освещение. Ну, я этим не пользуюсь, мне это ни к чему. Это либо сделает ночь темнее, либо день светлее, как вам угодно. Хотите, чтобы на вашем сервере был настоящий хоррор, чтобы даже некоторым решейт не помог, выставьте все на 3. Либо можете остановить полностью время. Если вы нажмете Play Pause Time, ваше время на сервере остановится на определенном времени. В нашем случае давайте посмотрим. Это 12 часов ночи. И будет это работать до тех пор, пока вы вновь не отожмете. Итак, давайте рассмотрим еще кое-что интересное. То, что здесь вы можете перемещаться уже по определенным локациям на карте. В правой колоночке можно выбрать любую известную локацию Whistle Spear. Допустим, нажмем радио-вышку и нажмем телепорт. Как мы видим, мы удачно телепортировались в данное место. Также здесь есть еще две функции. Это искусственный интеллект и игроки. Здесь, собственно, вы можете прописывать бан, как я понимаю, игрокам за нарушение, прописывать их Steam ID, за что игрок понес наказание, и функция «Искусственный интеллект». То есть добавлять, убирать ботов и убирать мертвые туши сервера. Но эти две функции, к сожалению, пока что не очень дееспособны. Так что по мере обновления The Isle Evrim, как сказали разработчики, будет пополняться и улучшаться сама панель администрации. Надеюсь, я вам чем-то где-то помог. Если будут какие-то вопросы, обязательно пишите мне в комментариях, либо в личку в Дискорде. Все ссылочки в описании. Всем приятной игры The Isle Evrim. Хорошего выживания. Пока-пока.